Так меня потом еще свои фигачили, Кто я ДШК лежал. взял? Я взял ДШК Вот. установку и треногу кто-то, наверное, взял. Качикарду. Почему я ставлю метки, пишет, когда внизу этот чат, а там все группы. Тоже, потому что тут групповой чат только есть. И время у нас 7 часов вечера. И в этих, и КВшки есть, кстати, я решил попробовать этот раз. С КВшками? У них КВшки? Потому что у нас и у нас КВшки, и у нас тоже. Они в грузовике лежат. Зачем КВшки, Паш? Ну, фу, это что, я хочу попробовать. Это был шарм этой миссии, ужас. Я хочу попробовать. Все, план есть. Все, готово. Какой план? Едем на юг, а потом на север. Потом на восток, через потом на юг. Шукур-Калай. А чё, может вот так вот вообще? Можно так и вот так вот. Ни разу вообще не делали, вообще ни разу так. В смысле, делали. Это 10 метров от той стрелки, от которой я сделал. Нет, ты не понял. Вот это вот просто через гору вот так форсировать. А что такая маленькая стрелка? А вот тут мы типа по дороге можем подъехать. У них окружение, я понял, ага. Из-под низов подняться. Круговая. Короче, вот так просто берем атакуем. Хватит. Не, реально, Здоник, там могут наблюдатели на ДШК посидеть. Ну вот так вот, хорошо, вот так вот и вот так вот, с двух сторон. А нас кто-нибудь взял? Вот ДШК взяли, а иглы там... Я взял иглу и я по ЗРК взял. Хорошо. Я взял... Может вот так вот по хребту? Я взял гранатометчика. А, вот я взял, все. Это как, это какие прям, точки это... офигенные, кто-то линии прямо рисует. Игла. Кто-то. Ой. А, у меня, кажется, не видно то, что я пишу, да? Всем. Ну, слава богу, не видно. Боже, этот план я видел миллион раз. Там просто стоишь и смотришь прям всю дорогу. Прям все поле, весь подъем. Дополнительный канал мне сбрасывается. А потому что вот так метки вот. Лагают. Нет, здесь нету дуб-канала, здесь всего лишь групповой и общий. Есть я когда... дуб-канал, что ты мне тут речь? А, в игре нету, когда играешь, уже есть. Его нету. Я здесь метку не мог поставить в этот, я сразу где мы распаемся, в Росмане, да? Мы метка в этом, в задачах заметки. Мы между Хувшавом и Джилабуром. Джилабуром. Что, на Праге доезжаем до дороги? Слушай, подожди, до дороги? А я не понял, теперь прям к дороге можно выйти? Не, мы между Хушабом и Джалавуром, Паша, спавнимся. В смысле к дороге? Ты расширил зону? Ну, мы там расширили. То раньше нельзя было к дороге выходить. Там можно было, эта миссия не правилась уже, хрен знает сколько. Ты меня что-то решился обмануть. Оно было, было, так отвечаю. Да я тоже помню. Банзай, ты что рисуешь? Что это за дорожки? Рога. Рога? Это деление на молекулы. Да. Давайте по склону горы, короче, пройдем. Это отделение атомов, понимаешь? К югу от Джилавура свернем в большой овраг, и по нему поднимемся, потом по хребту аккуратненько. Да там видно. Прям... Там видно, да. Метка ДШК актуальна, да? Да. То есть меня увезут туда. АГС прям. Сам доедешь. Сам доедешь, да. Кочегар, слышишь? Там доставка. Приписан к ПЗ. Аздоник, Аздоник, Аздоник. Mm. ПЗК куда идут? С ДШК? Думаю, может, конечно, к ДШК их всунуть, а можно их куда-нибудь, чтобы они вот где-нибудь, не знаю, одного к ДШК, непримечательно вместе где-нибудь сели. Типа вот тут вот, например. Вот там только ты, я и два ПЗК. Понял, да? Судомит. Где-то вот тут. То есть, не, может, летает, это самое проще. Там, знаешь, какие снаряды большие, длинные? Слышь, иди в задницу. Да, именно туда. Он туда и хочет. Может просто на склоне сесть с противоположной стороны? А там снайпер нас не снимет, а Аздоник с того места? Ну, в смысле, ты понял, да? То есть, чтоб не видно было с вас оттуда. Угу, мы в Шухшабе. Тогда вот тут. Сядем. У меня ну просто метки тут, не работают. Да, то есть, придумайте. То есть, мы с базы пешком, пешочком бежим? Да. Угу. Все, готово. Сколько там минут до вертолета? 15? Да. Вы не успеете все всего слить, 45. Вертолет ХЗ. Паша. Звоник мне. Чего, чего, чего? Да чего, готовы чего? Мы уже. Ну. Я писал. Ага. Одел в новую форму. Ага. Боже, ПЗ не валяшка, я сдох. Какой не валяшка? Обычно же днем играли. Теперь ночь.
У нас есть движка, снаряды. О, радио. Салам алейкум. Малеку, салам. Тут радио есть, берем. Тут до ШК все спер. Я взял. Паш, тебе отдать? Хорошо. Просто не, не, не. Ну, 8 килограмм. Я понял. Подожди, я не понял, что за фигня? Паша. Короче, РКД, блядь, просто забрасывать будет. Почему мне фанфал? Ну, где надо? Мой калаш? Давай поменяемся с Дони. Я убью одного бота, да? У тебя калаш без барабанов, да? Без. Да, давай меняемся. Ну давай, Диста. А вот, положи внутрь. Ладно, давай. Мы на этой пробе едем. У меня только два магазина, слышишь? Сейчас на его конец. Мы на это едем. Слышите, пацаны, у конницы же есть эти барабанные магазины? Где у вас есть? Бать, 81 там килограмм. Там впереди должны быть, там... Чего я знаю, еще раз. У вас доник, чё? Там один барабан. Кочегар, ну? Кесси. Ну, кобылите кто-то. Пассажир. Да. Кто-то там пассажир сидит у меня. На кузов садись, увезем его, в общем-то. Ты взял рацию, Кочегар? Да. Хорошо. Дай, все сели. Куда сели, там разве не наверх? Не, ну мы можем приехать. Там еще одна из прога сзади есть. Нет. Стой, стой. Ты же понял, ты красно-красным довозишь, Паш, да? Там массаж сам меньше. Ты мне направляй, я не буду карту сбивать. Ехай. Купились куда? Ехай. Там бегает? Ехай. Погодь. Азарт. Сходите секундочку. Паш, давай я сейчас вон у Ленинграда песня ехай. Ну? Все, едем? Так, а мы правильно едем? Вас забрать? О, у вас есть снаряды, эти патроны, что-нибудь? Нет. Нет. У них есть снаряд для труп. Нет, у них снаряд для БЗРК. Поехали, отсюда. Все. Езжайте. Вообще, это хитрый поток. Так, забыл. У вас в триггере завести? Вот до триггера нет, как это было. Развернешься. Нет, я сейчас в гору поеду. Паша, ты лучше фар, ты покажешь. По пустыне. Пока нормально. Не, за городом. В смысле? Я по пустыне поеду. Планы меняются, пацаны. Ужас. Так, мы же с горы тогда будем какое-то время спускаться. Ну, я на место ДШК разверну. Я вообще ДШК еду, на метку ДШК. Сейчас мы садимся там. Вы возьмете эту хрень и вернетесь назад. Ну, что проблема? Тоже. Паша, что-то мутит. Вас... Что-то там, нам, мне нам сказали, я сам перейти. Себя... Я... Короче, сказали, все, я сам себя увезу. Тормози. Вы пешком все, пойдете? Все, кроме тех, кто причислен до ШК, только ЧКР, БЗ. Я бы дай возглавил. В кабине вылезай. А он вообще непонятно, кто это. Он даже головой не шевелит. Все вышли? Да-да, поехали. Давай с Доника задавим. Думаю, бить будет. Пятый меня еще убедит. Здесь правильно. Главное далеко не ехать. Там сориентируешься по карте? Мы Шурклай, да, приехали? Да-да. Хушап. И наверх поднимаемся. Юго-запад. Вдоль хребта. С противоположной стороны. Блять, компаса сейчас на карте нет. На карте нет? Нет, компаса нет на карте. Вроде как все правильно. Или погоди. Даже метка с правой стороны вроде. Ну мы на высоте 23800. От Хушаба вверх. До дороги, если. Так, ты по главной, да, поехал? Ну,
это не дорога, это вдоль гор. Слышно? Это вот перепад высот, связь меняется? Да. То есть мы сейчас вниз снизу заедем, то никто не слышит. Сейчас. Да они там еще идут, мы быстрее едем. Зря не мысли, да их вместе. Да пофиг, пусть идут. Успеем развернуть. Я, кстати, уже сориентировался, я понял, где мы сейчас. Мы очень хорошо сейчас место возьмем. По крайней мере, сидя, думаю, это она. Да. Уже, конечно, дальше, но с этого места тоже надо. Хотя ладно, поехали туда, там сказали. Потом БП еще не было. Все равно рядом где-то здесь сейчас, просто надо, наверное, подняться, посмотреть, ориентироваться. Все видно, ночь лунная, это видно. Так, и бинокля нету, да? Угу. Так, ну дальше я выезжать не буду, сейчас там посмотрю. Давай. Азимут 110, можно здесь расставить. Чё, бросать этот ДШК? Да, давай. Ставь. Давай дальше пройдем. Ну собрал бы уже. Не, ну собрать. Это самое хорошее. А, ну да, я мог поставить. Это по нам как прошел, о, да? О, сдожил. Это я, ГП. А чё так косарно? Алло, ты кто? Да я не знаю, сколько метров просто. О, попал. А, еще время. Теперь знаю. Раздоник, мы все... разворачиваем до ШК. Давай. Только... Сюда. Ну, оп, стрельну. А, это осколок был. Нет. Че шипишь? Блин, он мне... Я не знаю, с микром или с спиком. Ворон. Шипишь, ворон. Шипишь. Не шипи на нас. Догоню я, слышу тебя. Слышно тебя, ворон? Зря ты КПХ не спалился. Надо, чтобы та группа навела бы шороху, и мы бы в спину вышли. Сейчас нихуя не выйдет уже. Я разманил. Они мои-то выстрелы не слышат. Блин, нажал кнопку. Да давай я соберу. Да все, все, все нормально. Я... Тебе бинокль, ворон, положить. Есть? Чё станок АГС? Странно, я не могу в чём-то собрать. Мне размонтировать? Пуск. Слушай, попробуй поставь. Ты чё, больше бери! Давай. Больше, больше! Я что-то поменял. Да ты не настилом стреляй, алё, ты на эти стрелочки большее расстояние можешь ставить, ты чё не знаешь? Зато красиво ночь. Стрелочки. Всё, уходите ранее. Чё-то не то. Нет?
нас совсем плохой гранатометчик был, так что ожидаем выстрелы. Дышка. Дышка не может собраться. В плане не ставится на остановку. В чем проблема? Неизвестно. ПЗ. Я монтирую станок, а сам ДШК на него не могу. Ну-ка, дайте я попробую. Меня слышно сейчас? Наоборот. Да-да. О, отлично. Я просто периодически микрофон что-то подъезжает. Корвус. Где ты? Корвус, привет. А вы? С под ногами. Вот где этот коробка поднял. Привязалась, Зоня. Зоня. Четыреста метров до туда. Это вы флайеры стреляете с этого? Красиво такое. Корпус АВ. А? Сфоткай меня. Чувствую так. Угу. Вы там синхронно со стингером шмальнете как-нибудь? Молодец. Так, заряжай. Давай, заряжай. Ты будешь трупом? Лорен? Не, ты, Паша. Вот. Я заряжающий. Все, я не стопаю. Не только на плюх была. Зарядил? Заряжается. Чё с пицца? А у него тоже этот сам пузырь. И чё, он не стрелял? По-моему, вертолет летит. Нет, а... Да их два уже, Паш. Добра. Огонь! Открыть. Доньку убил? Живой! Тебе... Я тоже зарядил. Ты ДШК зарядил? Да уже, сейчас я чувствую. Все, соу, вот так. За тобой. Еще. Охренеть. Из пулемета понравилось стрелять. Всех повышил. О! Ну! Это Каркарис, да? Да, да, я думал, мы там вдвоем. Класс. А кто там еще был? Ворон, да? Ворон, да, и еще. Чего? Это на самом деле быстрее все, да? Что, пойдем к свету, да, уже сам? Да. Ладно, всем спасибо за игру, давайте, ну, парни. Спасибо. Давай. Всем пока. Блин, воронок, я в ящике эти коробки, магазин уже рядом, куда ты поехал? Куда он поехал? Я вообще не понял. Там уже пацанам поддержка ДШК. А, ладно, убили всех. Типа все, типа вообще изи. А где остальные? Мы всех порезали. Да.